Всем здорово, народ! Вы на канале Бублик Channel, и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте МТА Провинция. Ссылочка на проект будет в описании под роликом. Обязательно переходите, регистрируйтесь, скачивайте и начинайте развиваться вместе со мной. Проверил, включен ли у меня микрофон, а то бывает у меня такое. Начинаю записывать, а он не включенный. Вот. Значит, мне пришла очень интересная идея. Я увидел, как ребята на Костораме, ну на бывшей Костораме, сейчас это Лента, по-моему, или Максидом, постоянно гоняются на всяких тазах, дрифтят. И вообще, с приходом зимы очень много тазов появилось. Прям, я не знаю, игроки их, наверное, весь год держали просто по приколу, чтобы сейчас их выпустить. Вот, но очень много всяких штучек, дрючек. Сейчас, кстати, знаете, что интересно? Время час ночи. Час ночи, суббота, а онлайн 300 человек. То есть, на секундочку, да, 300 человек. Камха включается на F2. И это хорошо. Это хорошо, потому что мы сейчас поедем тоже покупать автомобиль для дрифта. Да, Марк 2, конечно, прикольный автомобиль, но хочется чего-то такого, знаете, что вот необычного, необычного чего-то. Мне захотелось такого прям, чтобы все видели и ахали, когда видели. И видели, когда ахали. Вот, этот автомобиль будет, я еще не знаю какой. Но я знаю, где его найти. Искать мы его будем в автосалоне, находящемся рядом с автосалоном отечественных автомобилей. Но отечественные автомобили тоже посмотрим. Ладно, пока я туда бегу, да, да, почему я туда бегу? Потому что я до сих пор не пропарковал автомобиль около ГУВД, около места, где я спавнюсь. И поэтому мне приходится добираться до всяких таких мест пешком. Итак, подбегаем мы, значит, к этому автосалону. Вообще, из тазов тоже можно было бы что-то присмотреть. Но просто тазы сейчас у всех. Семерки там, шестерки, четверки. На провинции нет, по-моему, четверок. Не знаю, неважно. Главное, что я сказал. Так, значит, вот наш автомобиль. Значит, есть вариант с Пассатом. Ну, тоже заезженная тема, наверное, будет. Потому что он самый дешевый из автомобилей таких. И наверняка его часто покупают. Peugeot 406, насколько я помню, переднеприводная. Это мотоцикл. Это Chevrolet Lachetti. Кстати, привод его не помню. Возможно, даже задний. Но он у меня уже когда-то был. Мы его брали, я его разыгрывал, поэтому не хочется. Renault Megane. Если не ошибаюсь, тоже передний. Renault Logan, ну, моделька просто очень страшная. Вообще, и сам автомобиль очень страшный, поэтому точно нет. Chevrolet Caprice. А он у меня есть на втором сервере, я его там затюнячил, поэтому мне его уже неинтересно тюнячить. Может бахнуть какую-нибудь взорванную Альтезу, чтобы она прям вообще разорвалась. Ну, блин, вообще это уже выходит за рамки моего бюджета, потому что я не планировал брать что-то такое прям дорогое. Это прям реально дорогие автомобили получаются. А что у нас здесь есть? АК-2101, 2106. А, есть четверка. Может, четверку взять? Я сейчас поймал себя на мысли, что у меня на провинции никогда в жизни не было четверки. Она еще, по-моему, дрифтит. Блин, слушайте, ребят, реально. Я сейчас, наверное, возьму четверку. Но все остальное у меня было. У меня реально почти все эти автомобили. Тряшки у меня не было. Единственное, что точно не было. Она мне не нравится, и моделька у нее страшная. Но она переднеприводная, поэтому она мне подойдет. Волга, вот это у меня не было тоже, но не хочу. Приора была. Гранта тут тоже страшная. Ларгус уже не хочу. Нива. Слушайте, ребят, ну реально, я не припомню, чтобы у меня когда-то была четверка, поэтому мне кажется, выбор очевиден. Выбор очевиден. 92 000 она стоит, значит, цвет мы выбирать не будем, срать на него, потому что сейчас мы поедем ее перекрашивать. Ух, какая, ну да, ну задний привод, это понятно. Мы приезжаем с вами в автосалон, значит, надо же сразу же сделать какую-то покраску. Ну, матовую не знаю, но, скорее всего, будет кэнди. Потому что двух цвет тратится как-то неохота. Это будет кэнди. Это будет кэнди какой-нибудь такой, знаете, должен быть яркий. Мы должны выделяться. Но яркий, ну не настолько яркий, что у меня сейчас пиксели на экране выглядят. Бля, темно-синяя семерка. Фу, четверка. Слушайте, смотрите, помню плохо. Я сейчас, блядь, отдам, правда, стоимость в 2,5 раза больше, чем купил машину. Но, в принципе, я думаю, оно того стоит. Потому что все-таки это будет красивая четверка. Это тоже неплохая. Нет, пусть будет темно-синяя. Я делаю, чтобы вы понимали, тачку для зимнего дрифта сейчас. Так, из стайлинга, значит, что мы берем? Мы берем, наверное... А, ну здесь ничего брать не надо. Тонировочка. Тонировочка, понятное дело, полностью в хлам. Ну, чтобы все знали, кто едет. И чувак, которому, ну, не надо, чтобы он смотрел на дорогу, потому что он все равно едет боком. Колеса. Вот с колесами будет жесткая тема, потому что тут можно такие диски поставить, что мама не горюй. А вот такие прям ставятся... Ой-ой-ой, вот это посмотрите, ну это же вообще лайба получается. Ладно, я пошутил. Вот эти диски я еще ни у кого не видел на провинции, и я хочу, чтобы они были у меня. Потому что они настолько
но не настолько убого смотрятся, что я прям хочу их себе поставить. Мне прям нравится, потому что они такие страшненькие. Хорошо, теперь давайте немножечко вылеты настроим, потому что это немаловажно. Вылет это 90%. Ой, что я сделал? Это не вылет, вот вылет. Дело в том, что колеса это, знаете, это как обувь. Это самая важная часть в вашем прикиде. То есть, вот поэтому колеса нужно строить так, чтобы все понимали вообще, что к чему. Это, по-моему, какая-то хрень получается. Не-не-не-не, оставим их белыми, белыми им прям, ну, серыми, в смысле. Серыми им прям идет. И можно какую-нибудь надпись написать, чтобы все понимали, кто тут едет. Автоспорт. Нихуя себе. Нет, спортивная. Оффроуд. Кастомный. Может, спортивная написать? Но тоже как-то, знаете... Нет, 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 оно мне портит стиль. Не хочу, не хочу, вот так мне нормально. 570 тысяч тем временем выходит. Так, ставим базу. Потом ставим скорость. Потом ставим, наверное, баланс. Давайте баланс поставим. Еще раз поставим баланс. Я не знаю, почему такие слиджи, но пусть будут такие. Ну, вот мне такие в голову пришли. Ну и самое главное, естественно, это занижение. Машина не будет такой высокой, машина должна быть на стиле, машина должна быть в пол заниженная. Ну, я думаю, это тоже очевидно, объяснять вам тут ничего не надо. Тем временем, 670 тысяч у меня обходится внешний тюнинг, и там еще сколько-то там, по-моему, 150 тысяч где-то выходит стиджи. Слушайте, мне прям ровно хватает, прям еще 1000 рублей у меня остается, но мы приобретаем это, и тем временем моя четверка за лям готова. Это самая дорогая четверка на сервере, я теперь думаю. А ну-ка, что, она дрифтит? Слушайте, ну она хочет. Она хочет дрифтить. Она дрифтит. Она дрифтит. Это чувствуется. Ой-ой-ой, как ее бочком-то закидывает. Не, ребят, я доволен. Я доволен, что я поставил баланс, хотя я думаю, если поставить скорость, она будет дрифтить получше. Мне внимание, товарищ полицейский. Слушайте, ну я думаю, на такой четверочке надо ехать прямиком в... О, ля какой. Это ледокол, да? Прямиком в ленту, на ленту, и раздавать там бочком. А скорее всего, после зимы я ее разыграю. Если она выживет, конечно. После таких столкновений, я думаю, там уже... Я бы выжил после таких столкновений, а не машина, уже другой разговор был. Вот, но в целом, мне кажется, дрифтить на ней можно. Мне кажется, можно. Сейчас, ну, сейчас мы попробуем. Сейчас, ребята, кстати, я занизил в пол, но ощущение как будто, ну, как будто еще можно было снизить. Как будто не в пол. Некоторые тачки в пол занижишь, они прям цепляют. Но, кстати, с другой стороны, это хорошо, что она не цепляет. Потому что когда цепляешь... Я не хотел. Я извиняюсь. А нет, что это за... Нет, езда это не тропочка у нас. Какая езда опасная? Вы дорогу видели, авто, товарищ? Авто. Ну, что за опасное вождение? Пока. Я говорю, дорога скользкая. И скорость большая. Нет, я ехал 60. Еще тренировочка. Где? Да это снегом засыпало. Разрешить проверить? Нет. Товарищ, мне вообще срать, кто вы, у нас ДТП. Я понимаю. Ну вот, когда вы поймете окончательно, водитель, я, может быть, и подумаю над тем, брать ваши документы или нет. Кстати, да-да-да, у вас товарищ полицейский только что автомобиль с места ДТП убрал, предварительно ничего не зафиксировав. Ну так что, я думаю, вам тут нужно уже окончательно подумать над своим решением. Когда условия мне ставите? Да, я вам ставлю условия. Мне кажется, что не в вашем положении это делать. А, да? Ну тогда я сажусь и делайте, что хотите. Я вам предлагал по-хорошему, ну, вы хотите по-плохому. Я посижу, подожду в машине, пока поверю. Хорошо, товарищ полковник, вызывайте патруль. Свободно, будем отправлять. Я говорю, здравствуйте. Здорово. Давайте выходите из машины, разбираться в данной ситуации. Там делать мне нечего. Где? В машине или на улице? А? В машине или на улице? Мне и на улице. Мне и на улице. Понял. Ответ неоднозначный. Можно поконкретнее? Я говорю, мне на улице. Что неоднозначного в данном ответе? Так, что ответ был неоднозначный только потому, что не был он полный. То есть вопрос, где, на улице или в машине? Ответ, мне на улице. Что в нем неполного? Вы, по-моему, отмерзли на улице конкретно уже. Посидите, погрейтесь в машине. Разве что без вашего спроса. Разрешите? Это не спрос, это предложение. Предложение. Можете засунуть свое предложение себе в карман. Хорошо. Так же, как и вашу субординацию.
Только вы машинку уже с места ТПО убрали, поэтому... Покинем автомобиль. Да, нет, делать нечего. Чтобы мы с вами поговорим. Я с вами и так могу поговорить. Ну, нам нужно, чтобы вы вышли. Но мне вообще параллельно, что вам нужно. Все что угодно. Мы понимаем, что вам абсолютно до фонаря. То, что мы говорим. А я очень рад, что вы понимаете. Так, а зачем вы меня тогда просите, если вы понимаете? Ну, объясню зачем. Чтобы вы все-таки пришли в сознание и смогли покинуть данное транспортное средство. Чтобы мы могли обсудить довольно-таки корректно. В какой момент логическая цепочка была утеряна? Я спросил, зачем мне выходить, и вы пришли опять к тому же, что мне нужно выйти, просто чтобы это обсудить. Алло, вы чё посередине дороги встали? Я только что чуть не убился об вас. Не знаю, товарищ полицейский, когда я им въехал взад, решили мне дорогу перекрыть. Думаю... Пацаки, встаньте нормально хотя бы, ёпт. Ну, к сожалению, у нас только был такой выход. Полицейские, вы здравые, пацаны. А, если я вас врезался, нужно дорогу перекрыть. Логично, логично. Ну, как минимум, мы с вами же культурно общаемся. Ну, я с вами тоже нужно культурно, я на личности не переходил, абсолютно. Пока что. Да, мне кажется, вы уже давно перешли на личность. Нет, я еще не... А, это если вам кажется... Ну, что мне поделать? Вам может многое казаться. В том, что после того, как я вас врезался, я вам нормально сказал. Ребята, говорю, занесло, сорян, расход. Вы начали качать права. Вот ты там гнал, вот у тебя тут тонировка. А теперь вы хотите, чтобы я с вами адекватно общался и не хамил вам, и вот никак вас не подстрекал. Вы очень интересные ребята. Изначально. Вы хотите человеческого общения, хотя сами, ну, не заслужили этого человеческого общения. А после ДТП, мало того, что я стоял, вы еще решили уехать с места ДТП и перекрыть мне дорогу. Это настолько гениально. А потом выйти и сказать, товарищ, ну вы почему так общаетесь с нами? Мы же всего лишь, ну, ничего плохого вам не сделали. Я понял, вы все высказали на текущий этап времени? Нет, это я не высказал, это я просто обрисовал ситуацию. Хода с места ДТП не было, так как стояли изначально патрульный автомобиль, было зафиксировано на видеорегистраторе, где? Который установлен. Где? Покажите мне, где зарегистрировано, где зафиксировано. Сотрудник, мы ему покажем, вам мы сейчас. А вы знаете то, что, вы знаете то, что чтобы зафиксировать на видеорегистратор, его для начала нужно включить, его для начала... И потом, хорошо, у вас видеорегистратор записывает только спереди, даже если он записывает сзади, это не обрисовывает целую картину, по ней схему вы составить не можете, поэтому достается телефон и фоткается со стороны, с нескольких ракурсов причем. Где эти действия? Прекрасно видно, как были где эти действия? Это уже называется, знаете как, я вам сейчас скажу. Подожди, где мой товарищ генерал? Кто был за рулем вообще здесь? BMW X5? Никого не было, в этом человек, и прикол. Который был... BMW X5 это был? BMW X5 мы были. За рулем не было никого, не врите. А, за рулем никого не было. То есть с самого начала, как произошло ДТП, вся фиксация имеет. Так точно, я вышел, представился данному гражданину, он начал говорить то, что у него тонировка, это не тонировка, а снег, я говорю, ну понимаем, и так далее, то есть я просто вышел, представился, то есть не требовал у него документы предоставить, не сказал, ну давай сюда документы, или предоставь документы, то есть ничего такого, просто вышел, представился к человеку, почему я не имею права, он говорит, что не имею. Право, когда я с ним общаюсь, как-то представляю. Ну, очень интересно звучит версия с вашей стороны. Вы еще товарищ генерал, как к вам все обращаются, что очень удивительно. Я вот не понимаю, товарищ генерал, а вы для чего клоунаду устраиваете, когда была ситуация такая? Вы подходите и такие, о, у вас еще и тонировочка. Подходите, показываете мне удостоверение. Я вам говорю, что это не тонировка, а снег. И вы такие, а давайте-ка проверим. Что, как это, да, что это значит? Наверное, что это значит? Проверку, это не значит, что вы хотите проверить у меня тонировку? Гражданин, давайте мы не будем кричать. А где вранье? Вранье в том, что вы говорите, что... А я ему просто документы гражданин, показал, ну так, чисто по приколу. Мне вот делать нечего, хожу всем документы показываю. Гражданин, вы спокойно со мной разговаривали, а как заговорили за тонировку, показали документы. Говорят, помедленнее нужно ехать. Я им представился вам. Да позже, не сразу же, зачем? Ну вот опять же вранье. Вы представились не сразу, вы со мной поговорили, речь зашла за тонировку, и только после этого вы представились. Адамс, на секунду, тебя можно? Да. Да, будь добр. Да, МГ, информацию воспринимаю же. Да. Замечательно. Скажи мне, пожалуйста, от текущей ситуации ты что хочешь? Я? Ничего. Не, ну просто ты же сам понимаешь, что ты врезался в нас. Да, правильно? Так я это и с самого начала подтвердил. Я же вам ничего не говорил. Так вот, собственно говоря, сейчас вопрос только в этом. Ну?
Так. Вот. И, соответственно, давай. Нет, так вопросов бы никаких бы и не было. Вы просто начали до меня докапываться, при этом сами стали нарушать. Поэтому я и зацепился. Смотри, где машину поставил перед тобой именно я. Угу. Почему? Чтобы ты не уехал. Логично. Да нелогично это. У меня ДТП. Я что, дурак, чтобы уезжать и попадать в бан? Дело не в этом. А в чем? Ты же сам понимаешь прекрасно то, что все уезжают сейчас из-за того, что зима. Это, ну, дефолтное состояние, то, что мы просто перекрываем дорогу. У нас нет другой цели. Просто, чтобы человек не уехал. Так это нелогично, вопросов я на четверке, блин, зачем? В чем смысл? Я бы еще понял, если бы я врезался на вас на Широне, и ты мне перекрываешь дорогу, чтобы я от вас не уехал. Я на четверке! Ну, ты серьезно думаешь, что нам очень хочется за тобой гоняться, даже с учетом того, что ты на четверке? Что мне мешает в такой ситуации сдать назад и выехать? Я, а, так, а ты, есть, так я не уеду. Ну да, просто конечно. Действия очень странные. Я же вам говорю, я по-хорошему, но вы начали права качать, поэтому я и продолжил. Мне, а думаешь, это надо было? Я вообще ехал, я записывал видос. Мне вообще нахер вот эти полчаса не нужны были стояния, но я просто слишком принципиальный, поэтому мы стояли. Мне предоставили фиксацию, сейчас будем выявлять нарушителей, все делать по КОАПу, по уставным документам и так далее и тому подобное. Протокол — это пока только предварительная версия, поэтому распишитесь, если не хотите, вы можете от этого отказаться вполне и обжаловать мое решение на госпортале. Что за предварительная версия протокола? Я первый раз в таком слышу. Это предварительная версия ДТП, которую я, как понял, и собрал. Ага, а зачем мне за нее расписываться, если это предварительная версия? Вот когда будет нормальная версия, вот я тогда и распишу. Где у тебя где-то в уставе написано, что ты обязан перекрыть автомобиль, который в тебя врезался? Нет, я же тебе объяснил. Ну так ты объяснил, но по уставу-то ты не прав, по уставу. Ну, чисто теоретически, с одной стороны, да. Ну вот, так, не с одной стороны. По уставу, со всех сторон, если я бы жаловался сейчас на госпортал, то это все нарушения и твои, и лидера, который заднюю дает и говорит, что он не говорил мне, и что он представился чисто по приколу. И за это я бы тоже мог притянуть за уши. Но, во-первых, еще раз говорю, мне вообще срать, мне не до этого. Я ехал по своим делам. Просто ситуация так сложилась, что я вас врезался. Мне по приколу врезаться в полицию неинтересно. Но я вас попросил расход, вы сказали нет. Ну и дальше уже все закрутилось. Хотя ничего вам не мешало сказать нет, учитывая, что у вас автомобиль чинится бесплатно. Объективно. Но, как бы ты сам понимаешь, служба есть служба. Ну и даже если я устав нарушу, ну хорошо. В данной ситуации, why not? Моя вина. Ну, решили то, что машина все-таки была переставлена. И нарушен ПДД. Грубо ПДД было нарушено, грубо. Вот со стороны полицейского? Но мы тут с ним поговорили, он говорит, что он кается и больше так не будет. Поэтому мы, в принципе, можем разойтись миром. Ну, я думаю, даже так лучше будет. Так, ну, как да. Точно сейчас протокол я не смогу составить, так как автомобиль был перестал. Так что мне достаточно услышать одно заветное слово, и мы поедем все по своим делам. А, расход? Да я просто... Да, я расход. Особо, конечно, я его изначально был. Слушайте, ребят, ну и на душниловку я, конечно, попал. Да. Ну, правда, как сказать душниловку? Главный душнило был там я. Но что поделать, за свои права надо было хоть как-то отстаивать. Поэтому, думаю, меня ребятки, ну, короче, разошлись вроде бы на хорошей ноте. Я не стал требовать для них никаких наказаний. Ну и думаю, они меня сейчас оставят в покое, чтобы я пошел, наконец-то записал свой видос. Но я пока не буду садиться, чтобы у них не было причины останавливать меня за тренировку. Адамс, так что? Решим по итогу. Так ничего, я же сказал, что я никаких претензий не имею и жду только расход. И все, тебе не сказали езжайте. А, ну то есть у тебя нет никаких претензий по текущей ситуации? Нет, я им сказал, что... Ну ты же сказал, что ты согласен, что ты нарушил. Я ему сказал, что ты каешься и больше так не будешь. Я изначально говорил, что я перекрыл дорогу. И что да, я в какой-то степени нарушил. Ну вот, но поэтому менее, я им сказал, ты, чтобы они тебя отпустили. И им сказал, чтобы они меня отпустили. Да. Я им. Да какая-то речь-то о чем шла?
что ты машину переставил, и у тебя очень грубое нарушение правил, этот сказал, сам Владислав сказал. Я говорю, так я с ним только что разговаривал, он сказал, что он кается и больше так не будет. Он сказал, ну все, тогда что вы хотите? Я говорю, ничего, говорю, скажите мне расход, и мы расходимся. Он сказал, хорошо, и все. Да вон он, Честер стоял, он все слышал, что ты у меня спрашиваешь. Так я расходы давал. Ну да, так вон. Так объясните свое ему, что ты твои расходы. Так мы не можем его машину посадить. Почему? Как я устал играть в снежки и ждать, пока они уедут. Вы не представляете, ребята. Все, с этой стороны не поеду. Разворачиваемся. Все. Я до коста... Чтобы вы понимали, я без привлечения 50 минут где-то с ними стоял. Сейчас шпехался. И только сейчас мы все с ними решили. Я так запарился, ребят, вы не представляете. Надо заправить машину, починиться и наконец уже доехать до костра, чтобы до ленты, чтобы вы понимали. Сейчас я остановлюсь, иначе если я нажму, у меня компакт включится, я остановлюсь резко. Чтобы вы понимали, уже онлайн на 100 человек просел, пока я с ними разговаривал. Это жесть какая-то. Но все решилось благополучно. Ну что ж, ребята, мы подъехали к ленте. Я немножечко ударился, морда чуть битая, но в принципе пофиг на это, потому что так даже лучше, иначе я буду трястись за каждую, блин, миллиметр и не смогу нормально пытаться дрифтить, потому что с дрифтом у меня проблемы. Ну и вот, как я и говорил, посмотрите, сколько тут тазов. Посмотрите, 1 семерка, 2 семерка, 3 семерка, 4 семерка, 5 семерка. Просто 5 семерок. И я на четверочке приехал, ну понятно. А, и 6 семерка приехал. Ну короче, все чисто на семерочках гоняют, и я буду гонять на четверочке, которая прям, ну вообще классно раздает. Прям сарай сараем, ну раздает она прям хорошо. Так что, ну что ж, давайте попробуем сделать этот круг почета вокруг. Круг почета вокруг. Круг почета вокруг ленты. Там по-другому не получается сказать. Вот, но у меня не получается. Семерка как-то как будто у них лучше зрифтит. Возможно, вся проблема в настройках моих стейджей, поэтому, ребята, подскажите лучше, кто разбирается, потому что сейчас уже все прошарены, какие лучше стейджи ставить для дрифта. И... Ну, хотя, слушайте, сейчас я вот пробую, и вроде неплохо получилось. Даже перекладочку небольшую получилось сделать. И снег посыпался. Просто реально, ну, хочется прям, чтобы тачка дрифтила. Она, кстати, не едет. Ну, вообще, наверное, это нормально, потому что это четверка, поэтому она и не едет. Ну, дрифтить пытается. Ну, можно. На самом деле, если чуть-чуть прям приноровиться, то дрифтить она будет гораздо-гораздо лучше. Ну, вот я стараюсь... Вот так, надо просто пространство больше. Вот на повороте, когда я в боком захожу, нужно больше пространства. И может чуть-чуть с круизом играться? Слушайте, реально. А может с круизом просто попробовать играть? Вот так. Это уже другое дело совсем. Слушайте, я сейчас прям... Ой-ой-ой, у нас тут парный дрифт с семерочкой намечается. Прям такой, знаете, матерый. Но... Он, конечно, уходит от меня. Конечно, уходит немножечко. Слушайте, ну семерка прям красиво в дрифт идет. Он прям бочком неплохо раздает. Ой-ой-ой. Так. Вот так. Немножечко с круизом. И выходим. Слушайте, этот дым меня немного раздражает, потому что откуда у меня должен быть дым, если у меня должен быть снег из-под колес? Ну все, последний круг я делаю, потому что, не, на самом деле, я понимаю людей, которые здесь проводят просто часы напролет, это очень увлекательная тема, но вообще, лучше подыскать машину какую-то, наверное, побыстрее, чтобы на ней было, ну, поинтереснее, хотя, блин, ну как же она иногда раздает, она прям вообще неплохо, кстати, надо было худо отключить, она прям иногда очень хорошо раздает, вот прям, слушайте, я приноровился немного, и даже эти стейджи меня сейчас полностью устраивают, потому что нужно просто набрать нужную скорость и дальше играться газом. Все, вот 100% последний круг, 100% последний круг, я буду заканчивать на этом ролик, главное его пройти по красоте, ничего не задеть, так, развернула, на самом деле так и задумывалась, чтобы вот так вот бочком выйти, хорошо, дальше выходим немножечко напрямую, здесь тормоз поджимаем, нажимаем газ, она начинает шлифовать, все, уходим боком, вот сюда заходим, по красоте душевной, все, газом работаем, и вот сейчас красивый поворотик налево, вот так, ближе, берем, слушайте, ребят, ну это прекрасно, реально, это кайф, ой, и вот так! Я доволен, она идеальна. Правда, я как-то колеса слишком далеко поставил на лягушку. Ладно, на этом я буду заканчивать свой видеоролик, ребят. Надеюсь, он вам понравился. Пишите свои комментарии по ссылочке в описании.
Все, крыша поехала. Комментарии по ссылочке в описании. Пишите свои комментарии по ссылочке в описании. Переходите на проект МТА Провинция. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень важно. Вы меня таким образом поддерживаете, мотивируете снимать дальше. На этом я заканчиваю. Всем до новых встреч, ребята. Всем удачи, всем пока-пока.